Матфея, глава 15, стих 24. Но он сказал в ответ: «Я послан только к заблудшим овцам дома Израилева». Черные нации, латиноамериканцы и коренные американцы – они настоящие израильтяне. Книга Малакия, глава 3, стих 6. «Ибо я Господь, я не изменяюсь». Стих 21. «Были дети и у Сима отца всех сынов Эверовых, старшего брата Яфетова, сыны Сима, Илам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам. От Арфаксад приехал Израиль люди». Еще раз, от Арфаксад приехал израильские люди или еврейские люди. Стих 23. Сыны Арама: Ус, Хул, Гефер и Маш. Еще раз, сыны Арама: Ус, Хул, Гефер и Маш. Стих 24. Арфаксад родил Салу, Сала родил Эвера. У Эвера родились два сына. Имя одному Фалек, потому что в одни его земли родилина. Имя брата его Йоктан. Йоктан родил Алмодада, Шалефа, Аксармавефа, Ераха. Это очень трудно говорить. Ераха. Гадурама, Узала, Диклу, Увала, Авимайла, Шеву. Уфира, Хавилу и Ювава. Все эти сыновья Йоктан. Поселения их были от Межи до Сефару. Горье восточной. Это сыновья Симови по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сыновьих по родословию их, в народах их. От них распространялись, еще раз, от них распространились народы по земле после потопа. Это оригинальные или первоначальные язычники. Здесь вы не читали ничего о Израиле люди. Но их предок, он здесь, это, как его называют, Арфаксад. Стих 22. Битцы, глава 10, стих 22. Арфаксад. Это наш предок. От Арфаксад потом приехали дети Бога. Мы не все дети Бога, только израильские люди. Только израильские люди. Только Яковы дети. И их дети, и дети, и дети. Не все люди. Сейчас мы открываем книгу 1 Эзрос, глава 8, стих 69. Народ Израиля, князья, священники и левиты не удалили от себя чужих народов земли, из кверни язычников, то есть хананиев, хетов, ферезитов, евусиев. Эти четыре земли или люди, или народы, это хамити люди.
оригинальные африканские люди. И моавитян – это китайские люди сегодня. И египтян – это африканские люди сегодня тоже. И идумитян. Идумитяне – это белые люди сегодня. Это белые, красные люди сегодня. У нас в Америке и тоже в Европе. Стих 70. Ибо и они, и их сыновья поженились со своими дочерями. Наши люди начали быть в браке с этими людьми. Наши израильские люди. Межрасовый брак. И святой семьи смешались с чужеземными народами земли. И с самого начала этого беззакония соучастниками были правители и вельможи. Это не важно для сегодня темы, но это очень серьезно для израильских людей, если они будут в межрасовый брак. Это мерзость для нашего Бога. Он против этого. Наш Бог против этого, когда мы, израильские люди, будем в браке с остальными людьми. Сейчас мы уже читали об эти все первоначальные или оригинальные язычники люди. Дальше. Сейчас мы будем читать о арабских людей и европейские белые и красные люди. Никто не белый. Никто не белый. Мы говорим белые люди, да. Но никто в мире белый. Арабские люди, они приехали от Авраам, наш предок. Давай сейчас мы открываем. Книга Бытия, глава 16, стих 1. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка египтянка именем Агар. И сказал Сара Аврааму: вот, Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агар, по истечении 10 лет пребывания Авраамова и в земле Хананской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Стих 4. Он вышел к Агаре, значит, что Авраам занимался сексом с ней. И она зачала, увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недро твое. А она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судей между мною и между тобой. Авраам сказал Саре: вот, служанка твоя в твоих руках. Делай с ней, что тебе угодно, что ты хочешь. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень и источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей: Агар, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары,
госпожи мои. Ангел Господень сказал ей, возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. Это о Ишмаил, предок арабских людей. Еще раз, и сказал ей ангел Господень, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. Еще сказал ей ангел Господень, вот, ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Исмаил, Измаил, Ишмаил, Измаил, тоже одинаково, Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на все, и руки все на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. Поэтому, если вы знаете историю, где-то 7 лет или 8 лет назад, есть эта группа, Асад, или я не знаю, как называется, это другая группа, они убили много людей. Или тоже сегодня они используют бомб, и они будут кричать, как сказать, их Бог, имя, Аллах, и будет убить людей. Это о чем мы читаем сейчас. Мы читаем, как они сегодня в Библии. Еще раз, слушайте здесь. Стих 20, книга Бытия, глава 16, стих 20. Слушайте еще раз. Книга Бытия, глава 16, стих 12. Он будет между людьми. Еще раз. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки все на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. И нарекла Агар Господа, который говорил к ней сим именем. Ты Бог, видишь меня. Ибо сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня. Посему источник тот называется Баэль-Лахай-Рой. Он находится между Кадесом и между Баредом. Агар родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агары, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агар родила Аврааму Измаила. Мы знаем, что Авраам есть имя. Мы знаем, что Авраам, у него есть два сына. Есть первый, это Измаил, или Ишмаил на английском. И второй – это Исаак. Измаил, он приехал от Агар, и Исаак от Сары. Но Бог не забрал Исмаил для его или для себя. Нет. Он забрал Исаак. Он любил Исаак. Он хотел, что Исаак будет предок его сыне, наш Бог семья. Не Измаил. Измаил, мы уже узнали, я уже сказал, он предок арабских людей сегодня.
Еще раз, Измаил, он предал арабские люди сегодня. Исаак предал израильские люди сегодня. Он предал, он отец Яков, а Яков наш предок. Тоже Исаак, он тоже наш предок. Сейчас мы будем читать или мы посмотрим, что еще Бог сказал об Измаиле. Мы открываем книгу Бытие, глава 17, стих 17. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе, неужели от 100-летнего будет сын? И Сара 90-летняя, неужели родит? Здесь Авраам, он уже где-то 99 или 100 лет. И, как сказать, его жена, он уже 90. Она уже 90 здесь, извиняюсь, не он. Она уже 90. Поэтому Авраам смеялись на лицо Бога, как это возможно, что у нас будет другой сын. Как это возможно? Это будет следующий год. Вот сегодня, где-то, например, 1 лет или где-то 1 год в будущее, вот сегодня, у нас будет другой сын. Как это возможно? Мы уже очень, очень, очень старые. Авраам спросил этот вопрос. Стих 18. И сказал Авраам Богу, о, хотя бы Измаил был жив пред лицем твоим. Бог сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак. И поставлю, Бог сказал, я буду поставить завет мой с ним заветом вечным, и потом зву его после него, Яков и Израиль люди, наши люди. Стих 20. И Измаил, я услышал тебе. Бог сказал, Авраам, я услышал, что вы сказали мне о Измаиле, твой сын. Вот, я благословлю его. Бог сказал, я благословлю его. Я благословлю Измаил. И возвращу его. И весьма размножу. Весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но, стих 21, но завет мой поставлю с Исаак. Еще раз, но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, в сие самое время на другой год. Что он сказал здесь? Но завет мой поставлю с Исааком. А раньше сказал в стихе 19. Он сказал, Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потом зву его после него. Это Яков, а потом 12 племен Израиля. Все наши израильские люди. Но Измаил нет. Но у меня нет завет с Измаил. Но я благословлю его. Это что наш Бог сказал. Наш Бог никогда выбрал Измаил. Он не выбрал арабские люди. Он не выбрал моавитян или китайские люди. Он не выбрал аммонити или называет японские люди сегодня. Он не выбрал хамити или египетской или эфиопии
или Фут, или Мисраим, Ашур, или Вавилон, или, как сказать, кто еще? Сказал Ашур, или Вавилон люди, или Персия люди, или Медоперсия люди, он никто не выбрал, только потомство Исаак и потомство Яков. И все. Навсегда. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models.